Тысячи школьников составили контракт с родителями и педагогами. В нем они написали, что никто и ничто не заставит их закурить, выпить или, хуже того, сесть на иглу. Договор – часть проекта «Самостоятельные дети». Это не просто слова, благие намерения. Сигаретам и водке они предпочли занятия спортом, сообщили на совещании педагогов и психологов. Они решали, как сделать заразительным не дурной пример, а хороший. Контроль идет через контракт, который заключают ребята на год. И каждое объединение, руководители которого здесь сидят, раз в две недели обязательно посвящают время по анализу исполнения контракта. Потому что каждый ребенок, помимо строчки «Исключите из своей жизни все психоактивные вещества», в свободной строке прописывает то, что он бы хотел в себе изменить. Кто-то стать увереннее, кто-то лучше учиться.